В деле бывшего замглавы николаевского губернатора Николая Романчука очередная пауза. В июне прошлого года, напомню, он попался на крупные взятки. Судебное разбирательство длится уже без малого год, но без особых подвижек. Почему буксует дело, узнавал Кирилл Ющишин. Громкое задержание на взятке в 90 тысяч долларов. Туннели между домами, напичканные антиквариатом, оружием и валютой. Так более года назад на всю страну прославился тогдашний первый зам губернатора Николай Романчук. И вот, наконец, суд приступил к допросу свидетелей. На заседании ожидали 12 человек. Среди них депутаты облсовета, чиновники и потерпевший бизнесмен, у которого Романчук, по данным следствия, требовал взятку за выдачу разрешения на разработку карьера. Явились только двое – депутат Федор Барна и Петр Ковальчук. Их вызвала сторона обвинения. Вот только показания не сыграли в пользу прокуратуры. Оба заявили, связи между Романчуком и выдачей разрешений не было. Я на экологической комиссии был присутний, я там Романчука на прикладной бачил. Я там бачил радника голови Левченка, якого зараз тут не бачу. На запитання, де документи, по цьому питанню сказали всі в апараті обласної ради. У нас було прийнято рішення, значить, при умові представлення документів на президію, при такому разі даємо згоду винести питання на сесію. Чим керувався, як і керувались другі, як і керуємося до цього часу, коли питання стосується розбудови того, і питання, яке дасть користь, яке принесе якесь робоче місце, податки в якийсь бюджет і так далі. Благі намірення. Как все было на самом деле, пока не ясно. Остальные свидетели сегодняшнее заседание проигнорировали. Суд обязал прокуратуру обеспечить явку в следующий раз, но дату не назначили. Адвокаты Романчука обратились к суду с просьбой отложить рассмотрение до октября. Мол, идут в отпуск. Впрочем, длинные паузы в заседаниях по самому скандальному делу о коррупции в Николаевской области уже никого не удивляет. В то же время подельник Романчука, замглавы Еланинского района, уже осужден. Дали 5 лет тюрьмы с конфискацией. Романчук же внес залог и находится дома. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.